Всем привет! Вы снова на нашем канале Лученко Family Food. Как всегда, с вами Артём, Оригей и Яна. И сегодня у нас немецкая еда из магазина. Все то, что не продается в России. И смотрите. Да, давайте. И смотрите, какая у меня собачка. Новая собачка у Оригея. Да. Из интересников у нас вот такой вот йогурт, я не знаю, как правильно, Ландлиб, правильно читается, не знаю, но я очень любила его есть. Кто не в курсе, мы уже приехали в Германию. Мы сейчас живем в гостинице, мы еще пока не нашли жилье. Мы это нашли все жилье, у нас гостиница, да. И, в общем, мы тут долгое заселение, поэтому мы решили снять гостиницы, потому что, во-первых, вы стали писать, где мукбанг, когда мукбанг, и мы затянули, и вы нас уже потеряли, и мы сами хотим снять мукбанг, поэтому решили снять сегодня вот такой. Вот, у нас в гостинице условия, конечно, вот такие вот. Давай кушать. Вот, давайте покажу, вот такой можно будет вот пудинг. Открыть? Это да. Сосиски знаменитые, ну, в смысле, вообще сосиски знаменитые. Можно вот такие покушать сосиски. Но они маринованные, и мы хотели попробовать их. Я вот таким буду палочкой. Да, типа сосиски в банке, мы никогда такие не ели. Ну, и вот такие креветки штуки. Обычные, не знаю, какие-то коричневые вы креветки. Вы можете вот такие креветки, вот такими креветками вот такие штуки накаливать такими штуками. И сосисочки. Еще вот такая вот сборная штука. Поняла. Да. Ну, давай сразу открывать. Оливки, сыр какой-то, вяленые помидоры. И оливка по центру одна такая. Я не знаю, почему она по центру одна. И перчики маринованные да. с каким-то сыром. Да, я уже сказала. Она, наверное, какая-то особенная. Наверное, надо отрывать просто сосиску вот так. Веге купила типа вот такого холодца заливное. Сейчас я открою. Держи. В общем, это пудинг. У нас пудинга не было, я никогда и не пробовала. Это точно такой, ты точно такой же. Просто открою. Мама, ты точно такой же. Они хрустят. Я не знаю, как это открыть. Давайте откроем вот это. Вы же сосиски кушаете? Угу. Вот такие креветки. Угу. Да я тоже. Да, вот это. Они не отдают бумагой? Ну, очень странный. Непонятно, что здесь всякие смеси такие, то есть тут полезного мало чего, но попробовать нужно было один раз. У нас сейчас салфеток нет, может, хотя бы бумагу возьмем, чем вытираться. Так, это местный хлеб, у них, кстати, очень вкусная выпечка. По хлебу, да. Нам понравилось. Хлеб, мне кажется, любой возьми, вкусный. Он такой воздушный. Но это уже вечерний, а когда он только с печи, у них вообще прям... Сосиска не очень ломный. Мы уже много чего здесь попробовали. Я думаю, что еще останется столько же, чтобы показать вам. Сейчас давай, пап, может ты сообразишь, где открывается, что мы не поняли, где открывается. Я хочу попробовать сосиску. Она там точно такой же с пластиком. Так, это какая-то... Мы такое еще не брали. Ладно, это оливка. Такая маленькая. Ее можно вот так отламывать, а потом уже натыковать. Что это такое? Деликатес какой-то. Ну, типа заливное. Ну, вот такие. Нет! Это просто наклейка, я тоже отбирала. Так, попробуем. С оливочкой. Давай палочкой. Это клево. Внутри этой оливки. Какой-то орех. Орех? Да. Где орех? Вот это? Угу. А это сыр? Мне кажется, такую нарезку нужно типа к мартини, наверное. Не так, как мы кушаем. Так, нам куда положить? С хлебом. Есть что-нибудь, куда убрать? Угу. Ну, такой. Креветка. Принесите Ивану. Мы здесь в Германии уже неделю пожили. Да. Да что, принеси. Туалетную бумагу, чтобы руки вытирать. У нас салфеток тут нет. Которая новая, там же есть такая. Уже успели два раза в Ганновер съездить.
Угу. Кто смотрит мои сторис? А, это, кстати, кефир. Почему я его взял? Потому что здесь кремль нарисовал. И называется он Калинка. Твой? Давай. 100% натюрлих пишет и что-то еще там с протеином. Я думаю, что обычно кефир там ничего такого. Вот, смотрите, миндаль это или что? Давай. Вяленый помидор. Ой, ну да, вяленый томат. Просто оторви. Я люблю вяленые томаты. Ну, мне креветки понравились больше, чем... Вот, скажи тебе. Чем сосиски. Открыл? Не пойму. Открыл. Вот это бигель такое заливное. Это желешка. Ну, давай пробуй свое заливное. Где желешка? Вот. Ну, ты бери это. А, это мясо? Да. Так, вот этот йогурт твой? Да. А, еще тут есть горошек. Я хочу попробовать. Дачный зеленый. А, это да. Желе. Типа тоже дачный зеленый. Да? Ну, он такой подвявший уже, он в холодильнике. Захотелось попробовать. Так, ну, томат как томат. Покажи. Я еще оливку не пробовал. Не пробовал, по-моему, не пробовал. Хочешь? Вот это попробуй. Лучше ложкой кушать. Ложка. А я просто на такой вот это. А. Только вот эти яблоки. Угу. Тебе дать твой йогурт? Дать твой? Я очень хочу кушать попробовать. А можешь мне ложку дать? Это мой, это мой. О, смотрите, какого цвета. Мне тоже. Можешь мне ложку дать? Я думал. Я думал, что в оливке будет мягкая начинка. Вот здесь, я так понимаю, какой-то сыр. Ну, оливка и оливка. Ну, не сказать, что невкусно, но и ничего такого, чтобы сказать, вау. Какие вкусные. Да. Будешь пробовать? Пока нет. Это очень вкусно. А у меня, давайте посмотрим. Это у меня шевер. Я думаю, у тебя шевер. А куда ложится вот эти? Ладно, у меня варто сыр еще, но я просто на так ест. А это куда ложить? На мусор. Давай сюда. Мусор. Угу. А вот мусорка есть. Ой, ребята, я принесла. Это вкусно. Это прям вообще. Вот выкинь. Я сделала мукбанг. Там несколько видов этих пудингов. Сравнить, какой божественнее. Так, креветку я сказала вкусная. Да, вкуснее, чем сосиска. Мне понравилось больше. Ну? Положи. Креветка, правда? Сюда не надо. Она плотная, кидать. Не переваренная. Давай кидай. И не уксусная. Ну что? Ну конечно, были здесь магазины. Начнем с моего йогурта. Давай. А потом это банка. О, давайте его. Йогурт. О, вот только одна ложка. Надо купить ложки. А дай мне еще ложку. Так, перчик. Там всего одна. Это твой, давай откроем? Да. Давай. Половная ложка. Так, овидея, ванильный, что-то, ну какой-то, не знаю. Вот это берите, пожалуйста. Или дегросс. Вот сюда. Дегросс, не знаю. Куда мне? Я сейчас буду пробовать. Гросса. Большое. Она вкусная. Ну давайте вот не... Банка просто. Я думаю, мы за раз только не скушаем. Не, ну это йогурт уже не такой вкусный после пудинга. Он такой кисловатый. А хочешь мой попробуешь? Угу. Ну тоже прикольно. Не было ли. Я скажу по перчику. Это очень вкусно. Ой. Вот этот? Он остренький. Ну такой, тебе островато будет чуть-чуть, так что приготовься. А, ну тогда ты не будешь такого пробовать. Давайте. У тебя хлеб? Не кушай, я думаю, тебе будет страшно.
Жуй. Ну хотя у тебя есть вот жирная вот эта вот субстанция, она тебе поможет. Но это вкусный перец, да? Угу. Интересное сочетание. Да, он такой. Как мой попробовать? Мягкий сыр и острота. Типа филадельфия, да, внутри? У нас закончились ложки. Да, надо будет купить. Угу. Ну, да, острова там. Ну, очень вкусно. Ну, не так вкусно, как пудинг. А мы наши купили. А. Какие вкусненькие. Здесь, конечно, выбора очень много. Зависаешь над отделами. Но даже здесь я уже в магазине видел. Ну, вали ватики. Магазин с русскими ватики. Продуктами. Йогурт. Пудинг. Давай твое зеленое попробуем. Что это? Да. А. Это мое. Можно пробовать. Да. Вот этот можно было повторить, да? Да, это вот мое. Пячик вкусный. Они это продаются мое. Отдельно, каждый еще. Ну, открыл за сухо. Теперь будем знать, что это пячик. А, это бумага. Отдельные пячики? Я думаю, да. И бумага. Мне интересно дать вам. С учетом, что я не люблю острое, оно так щиплет, но в меру. Что щиплет? Этот. Перчик. А не ложка? Изиктор. Все. Все? Да. В каждом йогурте по ложке. Ну что, ты кефир-то свой откроешь? Открою, но я еще вот это не попробовал. Давай. Интересно понять, что это. Это же не язык. Это заливное. Не, мне кажется, типа курица, что-то такое. У них здесь столько колбасы, это просто... О, тут еще это попался. О, яйцо, да. Да, там яичко, морковка. Да, вот морковка. А мы были в двух бакетах уже. Да и мазну. Это значит, когда сыр. Заходишь... Сыр. Да и мазну сыра. Когда? Вот уж. Зеленюшки. Заход сыр. И как это бы кушаешь, сыр. Как со шведского стола. Ну, тут два раза были в разных китайских. Какой-то соленый. Угу. Вот это не очень вкусно, но уксусное. Да? И там обычная ветчина. Даже желе не чувствуется. Короче, но не, не для меня. А и меня как будет. Но вот перчик я бы еще съел. И пиво здесь очень вкусное. Даже я оценила, с учетом, что я не пью. Какой соленый этот сыр. А первый раз мы чувствуем какой-то кафешку. Угу, да, сыр. Это сыр соленый. И в кафешке. Какой соленый сыр, это сыр. Это с песто. Ой, этот сыр очень соленый. С песто. А тут эти тоже. Да, вот этот острый. Ты сейчас берешь его острый. Да, я знаю. Ой, он не острый, он соленый, в смысле. Я, в общем, выпила. Креветку. Попробовала. Сразу пол бокал. Пиво. Мы взяли темное. Оно похоже чем-то на темного козла или козела какого-то. Там чешется вроде. Но оно более мягкое. Наверное, это что-то между Гиннесом и вот этот вот козел. Не знаю, как он правильно называется. Но я в пиве вообще не ориентируюсь, вообще не понимаю. Но мне не нравится пиво. Нигде там. А вот это, которое... Я вторую мусорку сняла. Ты что, пол бокала? Я вторую мусорку сняла. Почему это уже заканчивается? Да? Так, что, я доем свой. Ладно, давайте я попробую кефир. Давай, ты кефир пробуй. Ой. Кушай. Ведро оказалось как-то. Давай, эту капни. А что он шипит? Что-то там не кефир, походу. Написано «Шютелмих». Сбалтать. Может, наоборот не надо? Ну, показано сбалтать. Может, он с водкой там? Протеин. Слышите? Что свистит, непонятно. Давай, наша ряженка или нет? Кефир. Так, ну по виду белый. А по вкусу? Дай, подожди, попробуй.
Я не буду пробовать. Нормально. Такой же? Ну да, кефир. Но он не такой кислый, он какой-то. Он, наверное, все равно более искусственный и такой натуральный. У нас есть вот такая бомба. Написано 100% натуральный, но он более такой жидкий, более такой нежный. Более водянистый, да, типа молока. С вот этим пощипыванием кефира, короче. Где были салфетки? А у нас не салфетки, но с туалетной бумагой. А где туалетная бумага? Вот. Приходится вот так вытираться. Не так! Ты чё? Отрывай. Вытерся, отмотал. Ну что, попробовали мы сегодня с вами? И стираем. Вот такие вот штучки. Пишите ваши предложения, что бы вы хотели. Здесь мы, конечно, находим всякое интересное. Как только мы переедем в наше жилье, там мы начнем снимать нормальные полноценные мукбанки с какой-то интересной едой. А ты просто расскажешь? Да. На, я думаю, мы уже завершаем. Мы завершаем. Да, уже завершаем. На сегодня. Вот. Пишите, что бы вы хотели. Может быть, вы знаете что-то, что можно попробовать интересное в Германии, потому что мы пока так особо тоже не знаем. Если что-то интересное, вы хотите, чтобы мы конкретно это попробовали, пишите. Ждем ваши идеи. Как всегда. Спасибо, кто смотрел нас до конца. Пока-пока.